Виборча дільниця, як це часто буває, розташувалася у школі. Тож члени комісії працювали поруч з дитячими малюнками. Точніше, навіть під ними. Під завісу дня для голосування до дільниці приходять поодинокі виборці. А так у приміщенні перебувають переважно члени виборчої комісії та спостерігачі. В такий час віддати голос приходять переважно люди середнього віку. Після 7 це вже, як правило, люди, які, очевидно, працюють. Возраст робочий до 40 років, ну, чи старше. Працівники чекають на виборців до кінця. Двері зачинять рівно о 8. Раптом хтось встигне зайти на останніх секундах, він все одно отримує можливість проголосувати. Рівно о 8 ми закриваємо ділянку. До 8 будемо чекати, хтось буде. Бували такі випадки, що приходили за одну хвилину до 8. І встигали. І встигали. Останньою, хто проголосував на цій виборчій дільниці, стала жінка похилого віку. Вкинула бюлетень до урни за 5 хвилин до 8. А прийшла на дільницю за 15 хвилин до зачинення дверей. Я просто, ну, так, задержалася і чекала довго трамвай. Так вийшло. А ви от їхали, думали, що можете її успіти, наприклад? Ну, я була впевнена, що я успію, тому що в запасі було минут 10-15. У нас залишається тільки 2 хвилини до закінчення, так? Будьте уважні, зараз я спускаюся вниз зачиняти двері. Ви чекаєте зараз мене тут. Якщо хтось там встигне за 30 секунд, то ми його приймемо тут з вами. Сергій Філіпов, Олександр Височин. Новини 9 каналу. І продовжуємо далі наш телемарафон. Я нагадую, що ми сьогодні говоримо, звичайно, про головну тему дня. Вона одна і незмінна – вибори міського голови та кандидатів місцевих рад всіх рівнів. У нас є запитання до наших глядачів. Чого очікуєте ви від майбутніх виборів? Ми слухаємо вас у прямому ефірі. 370-31-01. Будь ласка, телефонуйте, висловлюйте свої думки. І є в нас черговий гость у студії. Борис Філатов, кандидат у мери, кандидат у мери в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Да, уже ми всі просто онлайн работаємо. Я понимаю, всім сложно і вам сложно. Спочатку хочу поздравити вас з завершенням части, да, хоча б части процесу. Уже, естественно, известно, що второй тур будет. Какие данные есть у вас? Потому что мы имеем на руках очень противоречивые данные. Я хотел бы отметить следующее. Во-первых, мои оппоненты постоянно манипулировали цифрами. Та вакханалия, которая была в контролируемых масс-медиа, о том, кто выходит во второй тур, у кого сколько процентов. Ну, я скажу так, что, наверное, у жителей моего родного города доверие к проплаченным социологам, политологам, различным экспертам уже, наверное, не осталось. Я с самого начала, следуя первому слогану своей кампании «Главное не врать люди», говорил о том, что я выйду во второй тур. И не пытался манипулировать цифрами, как это пытались сделать мои основные оппоненты. На сегодня мы имеем следующую картину. Совершенно авторитетная организация, СОЦИС, которая является лидером среди компаний, ведущих социологические опросы, показывает мой разрыв с основным конкурентом, который на втором месте, порядка 6%. Политические партии «Укроп» и «Оппозиционный блок» идут ноздря в ноздрю. Разница где-то в 1,5-2%. Тем не менее, «Украинское объединение патриотов» все равно опережает «Оппозиционный блок». Те же самые цифры подтверждает и экзит-пол студии «Савик Шустер» и прочие экзит-полы, которых очень много сделано. Тем не менее, я все равно вижу, опять идут манипуляции цифрами. Я вам скажу так, что пусть мои оппоненты манипулируют цифрами, как им заблагорассудится, реально мне на их месте было бы стыдно, потому что кое-кто выходил и заявлял в течение длительного периода времени, что чуть ли он не побеждает в первом туре. А теперь мы видим, где первый тур, и, как говорится, иных уж нет, другие уж далече. Но самое главное, о чем бы я хотел сегодня сказать в прямом эфире, мы не дадим украсть результат волеизъявления наших граждан, земляков,
нашего родного города, потому что это не наши голоса, это голоса людей. И если кто-то надеется о том, что он попытается сфальсифицировать результаты выборов, пусть даже не надеется. Но вы лично верите в честный подсчет голосов? Вот насколько вы-то знаете лучше, да, об угрозах, о проблемных местах, там где-то о проблемах вообще во время голосования. Были нарушения? Говорят, не очень системные, да, но нарушения были. Смотрите, я бы разделил ситуацию как бы на две части. Голосование в городе Днепропетровске, при всем при том, что опять же через масс-медиа нагнеталась истерия о банде Корбана Филатова, еще какие-то глупости рассказывали. Голосование в городе Днепропетровске, оно прошло достаточно нормально, без системных нарушений. Ну, там где-то печать пропала, где-то споймали людей, которые фотографировали на мобильный телефон. Пару человек, насколько я наслышан, были задержаны за то, что продавали свои голоса. Но при голосовании нарушения не носили систематического характера. Поэтому я думаю, что на результат волеизъявления граждан это не повлияет. С подсчетом все гораздо сложнее. К сожалению, мы не являемся парламентской партией, и поэтому у нас нет достаточного представительства в комиссиях. Особенно городская избирательная комиссия, ее постоянно преследовал шлейф скандалов. Начиная с того, что за все время существования ее, 25-летняя, она переехала из горисполкома в облсовет, почему-то без объяснения причин. И заканчивая перерезкой округов, недопуском наблюдателей из опоры, заменой постоянно под фальшивые документы каких-то членов комиссии. Комиссию, особенно городскую, систематически готовили к фальсификации. Такие же проблемы аналогичного характера есть в районных комиссиях. И, соответственно, мы, как политическая сила, которая не имеет представительства в комиссиях надлежащего, будем перекрываться наблюдателями. У нас порядка 2000 наблюдателей. Плюс мы провели переговоры с другими партиями демократической направленности, которые тоже хотят защитить свой результат. Мы хотим, чтобы выборы были честными, чтобы подсчет был честным. И чтобы в городской совет попало максимально возможное количество партий демократической направленности. Я очень надеюсь, что и Самопомощь, и Батьковщина будут представлены в городском совете. Не совсем правильно, когда столь уважаемые партии не имеют представительства в городском совете. Ну, на самом деле, действительно, ситуация очень серьезная. У ваших оппонентов-то опыт больше. Да? Мы никого сейчас ни в чем не обвиняем, но есть такая циничная достаточно поговорка, что вот как бы важно не то, как проголосуют, а важно, как посчитают. Ну, я вам скажу так, опыта, конечно, у них больше, и какие они творили чудеса во времена правления их патрона Виктора Федоровича Януковича, вся наслышана страна, и до сих пор она это кровью отхаркивает. Поэтому опыта у них больше, но страна стала другая, люди стали другие, и за нами правда. За нами правда, за нами наши горожане. Поэтому, конечно, я думаю, они будут пытаться что-то сделать. Но, тем не менее, я хотел бы в прямом эфире предупредить, что как бы ни закончились результаты подсчета, мы никогда не оставим и никогда не забудем желание этих людей украсть у нас победу. Поэтому те, кто меня сейчас, может быть, слышат, пусть зарубят у себя на носу, что у них будут проблемы в дальнейшем, в жизни, в случае, если только мы увидим хотя бы какое-то желание посягнуть на волеизъявление наших граждан. Давайте посчитаем честно. Давайте выйдем во второй тур, и пусть во втором туре победит сильнейший. Более того, я вам скажу, я не уверен, что даже если сейчас они постараются каким-то образом подменить результаты голосования, это им поможет во втором туре. Сегодня я уже сделал заявление на брифинге. Мы протягиваем руку всем демократическим, всем патриотическим силам нашего города. Всем без исключения. Солидарности, Самопомощи, Батьковщине, Громадской силе. Мы готовы вести переговоры о будущей конфигурации в городском совете. Мы не хотим узурпировать власть. Мы не хотим, чтобы в родном городе городской совет был представлен одной политической силой. Нам есть о чем договариваться, нам есть с кем говорить. Единственное, с кем мы никогда не сядем за стол переговоров, это с реваншистами и бандитами, которые столкнули нашу страну в пучину революции и войны. С этими людьми мы разговаривать не будем ни при каких обстоятельствах. Сейчас я предлагаю немножко позже об этом поговорить. Есть у нас телефонный звонок. Звонки у нас бывают разные. Наши зрители привыкли говорить то, что думают. Берем звонок? Да, конечно, отвечаем. Какие проблемы? Добрый вечер, пожалуйста, мы готовы послушать. У вас вопрос или вы готовы ответить на наш вопрос?
Ну, я готова на ваши вопросы. А что ожидаете вы от результата выборов? Наш вопрос такой. Жить лучше. Жить лучше. Коротко и ёмко. Лучше и, наверное, достойнее. Коротко и ёмко, вопрос, еще раз подчеркиваю. А вопрос у меня, да, пожалуйста. Конечно, к Борису Филатову. Пожалуйста, слушаем. Вы знаете, мы живем в центре города. Живем буквально напротив обладминистрации. Умоляю, прошу, я звоню на студию много раз. Надежда на вас. Крыша течет, все администрации все знают, а мы страдаем. 37, Пушкина, знает весь город. Хочу, чтобы знали и вы. Спасибо, я вас услышала. Умоляю, через студию, через всех. Надежда на вас. Спасибо. Да, уже весь город свидетели, адрес записываем. Будем следить. Видите, еще мэром не стал. Да, еще мэром не стал, уже дает избиратели наказ. Ну, собственно, это не смешно, да, на самом деле, мы с вами улыбаемся. Но вы получите, если получите, да, еще второй тур, не забегаем пока вперед, вы получите перечень огромных проблем, в первую очередь коммунальных. Да. Естественно, это будет нужно решать. Сейчас озвучили одну из них. Но у меня вопрос в продолжении той темы, о которой мы говорили до звонка. Мэр получает очень сложный состав горсовета, уже это видно, что он будет однозначно очень сложным, да, то есть будет большой, кого будет больше, мы еще не знаем, но такого подавляющего большинства не получит ни один из мэров. Что с этим делать? Вот вы сказали, что договариваться будет сложно, практически невозможно, но работать-то придется, и многие решения вам нужно будет принимать с помощью депутатов. Я вам скажу так, что сейчас говорить преждевременно, будет ли состав горсовета сложным, я объясню почему. Мы голосуем по новому закону. По новому закону, в том числе, кандидаты конкурируют друг с другом. Нет же закрытой части списка. Да. Поэтому мы не знаем, кто попадет в горсовет от партии «Солидарность». Мы не знаем, кто попадет в горсовет от громадской силы, хотя у них есть беззаперечный лидер. Угу. Мы не знаем, будем надеяться, попадет самопомощь, что попадет от самопомощи. Внутри этих партий на местном уровне представлены как здравые силы, так и не совсем, к сожалению. Я не хочу давать сейчас свои как бы характеристики коллегам. Тем не менее, очень бы хотелось, чтобы когда жители нашего города отдадут свои голоса, вернее, они уже отдали, когда посчитали, из этих партий были выбраны самые достойные кандидаты. Поэтому я думаю, что вполне может быть, что у нас не будет проблем сесть и договориться нормально. Угу. Вот есть у нас еще один вопрос, говорят как раз по поводу коллег будущих, потенциальных. Пожалуйста, добрый вечер, готовы послушать ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Я хочу задать вопрос Борису Альбертовичу. Задавайте. Вот получается, ну, плюет в душу как бы Альбертовичу, потому что они бывшие регионов, а сейчас они хотят просто угробчику сделать плохое. Вы можете ответить, Борис Альбертович? В чем ваш вопрос, пожалуйста, повторите четко. В чем вопрос? Потому что Заид Краснов, вот эти, они с партии регионов раньше были. А сейчас укропчику ставят палки в колесах. Были раньше в регионах, теперь ставят вам палки. Кто вам не ставит палки в колеса? Ну, это такой вот, в общем-то, комментарий. Да, ну, если можно, да. Да, человек болеющий, если можно, маленький комментарий. Но я вам скажу так, мне, наверное, не совсем правильно в прямом эфире давать сейчас оценку своим коллегам, оппонентам, конкурентам в политическом пространстве города Днепропетровска. Могу сказать так, что если мы говорим о громадской силе, то ее лидер не был в регионах, насколько я наслышан, но при этом до этого поменял достаточно большое количество политических партий. От блока Павла Лазаренко и заканчивая другими. Ну, у каждого свой политический путь. Я никогда не менял своей политической ориентации. Как бы мое сердце всегда принадлежало одной партии, которую недавно возглавил. До этого не было у меня политической особой карьеры. Поэтому я вам скажу так, что все-таки нам хотелось бы договариваться с нашими коллегами на благо нашего родного города. И даже вне зависимости от наших политических взглядов или их отсутствия, как у некоторых, или изменчивости, все равно можно найти общий знаменатель для общего блага жителей нашего города. Единственное,
мы никогда не будем договариваться с реваншистами и людьми, которые столкнули нашу страну в пучину войны. С ними никогда нельзя садиться за стол переговоров, потому что они должны быть выброшены на свалку истории. Со всеми остальными мы готовы говорить и протягиваем им руку. И как написано в Святом Писании, если руку протягивают, не надо в нее ложить камень. Ну и у меня вопрос не могу не спросить, поскольку второй тур ожидает. Многие люди, многие наши зрители говорят о том, что будет много грязи. К чему готовитесь вы? И вот насколько... Я прошу прощения. Насколько, да, все в порядке. Насколько вы вот, рассчитываете на голоса кого? Тех жителей, которые не проголосовали за вас и не проголосовали за вашего главного оппонента. Вот как бы они могли распределиться? Ну, какой-то прогноз хотя бы такой вот на уровне личного восприятия. Это пока только так. Я прошу прощения, я просто приболел. Была сложная кампания в... Это неудивительно. В полной информационной блокаде мы сделали ставку на хождение по дворам и по трудовым коллективам, и я обошел реально весь город пешком. Угу. Я посчитал, я вам скажу, в это тяжело поверить, я встретился лично сам с 38 тысячами людей. Это колоссальный результат. Что касается второго тура, я вам скажу так, ну по поводу грязи, как говорится, танки грязи не боятся. После того, как мои оппоненты наняли мародера из... батальона «Торнадо», который обвинил меня в Иловайском котле. Не Муженко и Гелите, а меня. Я понял, что это уже просто называется, знаете, кризис жанра. То есть, что они только не придумывали, уже, знаете, ну, оно просто уже превзошло все разумные пределы. Особенно последние листовки, где мы с Вилкулом обнимаемся, я отдаю ему... Да, и вы отдаете свой голос, а хочу стать секретарем горсовета. Ну, это вообще можно такое придумать? Я являюсь председателем специальной контрольной комиссии Верховной Рады и иду к Вилкулу работать секретарем горсовета. Ну, это уже просто уже, ну, даже не то, что низко, но это просто уже, ну, смешно. Поэтому, когда мы говорим о втором туре, второй тур – это всегда голосование, скорее всего, против, а не за. И давайте посмотрим, что показывают цифры, опять тех же экзитполов. Есть уважаемые кандидаты от «Солидарности», от «Батьковщины», от «Радикальной партии». Есть даже представитель либеральной интеллигенции господин Шибанов, который тоже набрал 1.5%. Если их всех суммировать, то вполне может быть, что я мог бы победить и в первом туре. Но они все решили потягаться, все решили показать, в том числе, к сожалению, может быть, даже собственное эго. Или это парняли... демократия. Да, нет, это никаких проблем, но просто так получилось, что некоторые из них выглядели напрямую техническими кандидатами в пользу оппозиционного блока. Но это такое дело, мы эту страницу уже перевернули, мы готовы разговаривать с нашими коллегами. Никаких обид в политике не может быть, особенно, когда идет речь о благе нашего общего родного дома. Поэтому... Я вам скажу так, что я мало себе представляю, какую еще грязь могут против меня придумать во втором туре. Мне кажется, они уже просто придумали все, что можно и все, что невозможно. А второй тур, он идет по логике того, что в том числе голоса, которые отдали за других демократических кандидатов, должны будут перейти в том числе ко мне. Ну что, на сегодня все. Я знаю, что у вас напряженный график да, на последующий тяжело. Вечер и ночь, в общем-то. Сил вам желаю. Спасибо. Выздоравливайте. И я думаю, что еще увидимся. Спасибо. Еще раз спасибо за визит к нам в студию. Борис Філатов, кандидат на посаду міського голови, був у нас у студії. Ми рухаємося далі.